Отъезд. Бегом. А нет, просто. Я колокол услышал, а туда и обратно бегом. Куда ты побежал? Иди сюда. Бегом. Господи, благодарим Тебя. Милости Твоей полна земля. Как много Ты открыл нам сегодня из Слова Твоего Святого. Благослови нас изучать Священное Писание, эту Святую Библию, дарованную людям. Дабы она открыта была нам Духом Твоим Святым, чтобы во всем мы видели Тебя и любовь Твою. Тебе слава за все. И за друзей, которые были здесь и разделяли с нами эти радостные моменты. Аллилуйя, аминь. Аминь. У нас уезжают люди. Выходите, кто уезжает? Прямо сюда. Сколько получается? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть. Четверо детей. Так. Слушайте внимательно. Встань прямо. Мы спрашиваем сразу, вот эти люди вам известны? Все их знаете? Да. Я буду спрашивать не по отдельности, а по всех. Кто из вас что-то на них имеет? Может, взяли, что-то не отдали? Не обидели? А... Ну, стой, не машину, может, стоять спокойно. Максим. Останови руку. Нету. У вас на них какая-то обида есть на кого? Нет. На кого-то вместе. Чтобы когда уедут, не было так. Вот как обычно уезжают, вот сломал кто-то. Кто? А это Петька, он уехал. Ну теперь вали на него Петьку-то, на что его не же. Петька-то улетел. Значит, ничего нету? Нет. У тебя есть какие-то обиды? Да. С Егором примирился? Да, да. Все. Теперь под каждый подходи и 10 раз ударить колоколом. Сначала мальчик. 20 раз. Давайте, любой колокол берите. Маленький бейте, большой, кому какой понравится. Бей. Кто куда бьет? Пожалуйста. Будто пузатого милиционера бьют по пузу. Давай. Понятно. Мы их отпускаем. Молимся, чтобы Бог благословил. И благослови отъезжающих и приезжающих. И нас сохрани от нападающих. Даруй всем здравия, исполнение Духом Святым. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Все, выносите свои вещи. И обратно уже не заходите. Выносите туда. Помогайте. Приехали!
Катя, ничего не забыла? Телефон, деньги, все, там, все. Документы? Все с собой? Да, все с собой. Это мало. Прошу, значит. Мне мало дали, можно еще потопать? А? Давай сюда. Мне ну, мало дали. Надо дежурство принимать будет вам. Ты любой поговорить, а разделить их. Не знаю. Две недели, на три недели, надо пойти помочь. Заготовки. Где Ливия? Привезли, не достали оттуда. Пустая, что ты хочешь? Ариша, вокруг тыки. У тебя есть? Мне только козявку какую-то. Пока. На, козявку. Я хороший богатый. Это продукт у меня там. Где Ливия, Тарас? Вон он, вон он. С другой стороны обходи, там что-то видать все. Где Леонид? Огнюш, ты в туалет ходила, дорога дальняя? Здрасте, в туалет ходил, дорога дальняя. Евангелием-то не ходи в туалет, дай его суду. Зашей вот так потом приедешь домой. Ну, куда на щеку будет открыто. Совершенно ну, по-христиански. Ну, смотри, так вот. Вот так вот закрывайтесь. Так, так, это с собой, да? Ну все, давайте, все, садитесь. Ехать надо. Так, сейчас Тарас придет, он в туалет убежал. Все, где Агнюша? Она тоже в туалет убежала. Стояли, стояли. Где Нестор-то? В туалет уж убежал. Ну, не раньше, не позже, понимаешь, как? Можно было подготовить. Коршун. Вон над нами коршунка. Вот у нас был коршун в поре, вот так над нами летал, потом садился и кликотал. Агнюшенька, поскорее. Где Тарасик? Егорка, подгони Тарасия, Егора. Напоследок еще. А полотенца забирали, которыми лицо вытираете? Нет, они только. Дай посмотрю. Молодец. Хоть кто-то вспомнил про полотенце. Тараси, бегом, тебя ждут. Все, садись, садись в кабину, чтобы там не ждали. Все, давай сюда скорее полотенчики. Кидай. Еще не забыли, свои там эти. Чистилки. Не, не забыли. А нам справки нужны, мы вот поздно вспомнили. Сделайте. Какие? О том, что мы проходили тут у вас обработку. Справку кому? Ливии, Леониде. И еще Кирилл, который уехал, и Ксения просили. Володя, слышишь, Ливия, Леониде, Кирилл и Ксения. Я тебе смс-ку напишу. Мне нужно фамилия, имя. А Ксения какая, большая? Большая. Количество дней. Я ну, дам. Количество дней, Володя, высчитаешь? Постараюсь. Я тебе смс напишу, какие. Угу. Ты ж куда лезут? Смотри, что лезут. Да, они едут, лезут. Иди скажи, что будешь я туда. Куда лезут? Ежика не трогали. Эй, вы! Погони, как ты. Погони с набора. Следующий год встречи, я же мешаю. Между мешками-то там застряли. Жалко.
Подожди, как не туда. Не туда пошли. А, я привыкла. Проверьте, чтобы зайцы наши между мешками не залезли. Банки осторожно, Андрей. Да, ну колодку надо заехать. Андрей, согласиться, заедем, не согласиться. Ладно. Все, давайте. С Богом. С Богом. Никита, с Богом. С Богом. Машина может дать назад. Это кому? Смотрите, себе. Пока! С Богом. Лилия, пока! Пока, Лилия. Наши ковровики ишки. Пока, Лилия. Закрывай. Отойди, девочки, отошли. Маша, тихо.